Друзья, ну эпопея с бататом у меня продолжается. Эта идея меня так и не отпустила. Несколько дней поиска сортовых бататов привели к плачевным результатам для меня, потому как эти корнеплоды рассылаются только осенью. Сейчас их никто уже присылать не будет, потому что это очень теплолюбивое растение, и оно просто замерзнет при пересылке. Вот, поэтому мне пришлось довольствоваться магазинным бататом, который я сама кушала. Вот, неизвестный, конечно же, сорт. Вот, но тем не менее, нужно же мне что-то выращивать, потому что мне нужно это здесь и сейчас. До весны я просто не дотерплю, когда люди уже смогут присылать непосредственно саму рассаду, уже не корнеплоды, а рассаду. Вот, мне надо здесь и сейчас. Поэтому приобрела в Магните, опять же, вот этот батат. Хорошо помыла два из них, вот этот и вот этот, потому что якобы магазин обрабатывает их чем-то от того, чтобы батат не проращивался. И один оставила немытый. Посмотрю, разница есть или нет. Взяла обычную плошку вот из-под торта. Здесь огородная земля, немножечко смеси, оставшейся после черенков ежевики. Тут торф с перлитом. И поставила все вот на подоконник у себя здесь в доме. Тут, конечно, жарковато немножечко. Ну, посмотрю, если совсем будет плохо, хотя он любит жару, я его перенесу в другое место. Пока что здесь. Вот, сегодня 11 число, 11 января. Поставила с запасом, потому что также может магазины очень долго проращиваться батат. Вот, ну, в общем, буду смотреть, буду вам показывать, если интересно. Вот таким образом посадила. Это все научилась в Ютубе. Подсмотрела у людей, как они его проращивают, насыпают, выкладывают немножечко туда его наполовину где-то. Вдавливают в почву, и вот отсюда будут из почечек выходить вот такие росточки. Потом, как малинку, будем отламывать и проращивать. Либо оставлять длинный-длинный черешок, лиану эту черенковать, вот так и укоренять. Вот должно все очень хорошо и быстро укореняться. Так что будем смотреть, ребят, будем наблюдать. Ребятки, поезд тронулся, мой батат начинает прорастать. Вот показались уже первые росточки. Вот раз, и вот на этом, на немытом нашла, раз, два, три, четыре. Вот они, родненькие. Ну, 14 дней не прорастали, прям долго. Ну, я его перенесла на более солнечный подоконник. Там у меня была северная сторона, а это вот южная. И здесь потеплее, наверное, больше солнышка. Вот, самый большой, самый длинный у меня лежит. А маленькие вот начинают стартовать. Ну вот посередине, который самый хороший у меня был только в одном месте. Но тут вот уже набухают. Вот, я предполагаю, что из них потом пойдут такие же росточки. И вот этот молодец у меня немытый. Так что можно было его и не мыть. Все, он прорастает. Все, наверное, это ерунда, что их там чем-то обрабатывают. Вот он, пожалуйста, немытый. И больше всех он дал отросточков. А эти я прям мыло намывала, прям куда. Все, смотрим дальше. Так, напомню, 10 числа я их заложила. Сегодня у нас 24-е. Вот, смотрим дальше, как быстро они будут расти. Друзья, сегодня у меня обзор на наш батат, который я сажала 10 января. Смотрите, сколько он мне уже дал росточков. И вот этот немытый, смотрите, как себя ведет. Самая большая лиана, это у немытого. Вот такой вот он у меня уже сейчас. Вот сколько росточков дал. И начинает пробиваться все-таки росточки и у самого стойкого. Вот увидела. Идут. Я его тут обрезала, потому что он у меня подгнивать начал. Но он там и был с подгнивший немножко кончик. Вот какой этого. Я его обрезала, но он затянулся. Никакая гниль дальше не пошла распространяться. Какой-то уникальный совершенно овощ. Ничем я его не обрабатывала. Он сам затянулся, и все, с ним в порядке. И вот такой у меня тут лес джунгли. И я ж еще заложила один сорт. Он визуально отличается. Вот этот какой-то более такой коричневенький.
оранжевенький, не знаю. А этот прям явно розовый. Я его купила 25 января, то есть через 15 дней. И вот сегодня обнаружила, что он тоже начинает уже проклевываться. Так что скоро и этот у нас будет колоситься. Но все, ребят, держу в курсе. Друзья, хочу показать вам скорость роста побегов у батата. Буквально вчера он еще был где-то 22-23 сантиметра. Сегодня утро, 10 утра. Ну вот он чуть-чуть загинается, мне одной рукой неудобно держать и ленту. И, ну, я померила сама лично, можете мне поверить, 35 сантиметров. Это вообще, это что за скорость? Вот этот более-менее прямой побег, сейчас я его замерю. И завтра мы перепроверим, насколько он вырос. Ай-ай-ай, лента соскакивает. Так, ребят, 23 сантиметра. Все, завтра утром в 10 утра я также сниму. Посмотрим, сколько там будет.